мусора. Хотел я вот о чем рассказать. Со мной произошел замечательный случай. Ехал я из Сергиева Посада домой. И перед самым домом у меня резко сдуло левое колесо переднее. Ну, до самого, до обода все. Я на нем проехал еще 30 метров, думал доехать куда-нибудь. Вот, поскольку в машине нету ни запаски, ни докатки в этой машине, а запаску я с собой так и не удосужился возить, пришлось мне вызывать мобильный шиномонтаж. Ну, ночью, сейчас ночь. И пока я их ждал, подъехал ко мне на Kia Ceed добрый человек. И, короче, он мне очень сильно помог. Дождь шел и денег не взял. Чего я вообще не ожидал, что у нас еще люди такие есть в стране. Вот. И это было 3 дня назад. И мы с ним смотрели с фонариком, что с шиной. Шина соскочила с диска. Ну, то есть она прям не совсем слетела, а так с этого, ну, с обода. То есть она прокручивалась на диске, шина. И вот это, там было, значит, нашли мы дырку, никуда не нашли, не прорезано. Вот. И оказалось, что там ниппель. Вон мусор. Ниппель поврежден. То есть сама, вот нигде крышка, нигде этот самый там золотник, там, или как это, сосок. А вот именно резиновая часть, она вся растрескалась. Ну, видать, состарился. Потому что даже за ниппелями следить надо. Вот. И через него просто резко уходил воздух. И этот парень, он как бы просил меня найти какую-нибудь проволоку. И проволочкой он вокруг, это под колпачком вокруг ниппеля замотали мы. Ну, он замотал. И пассатижи я ему дал, поджали. Вот. А я это все на домкрате. Я уже стоял с домкратом и ждал, когда эти приедут, мобильные шиномонтажники. Ну, короче, замотали этот ниппель и колесо накачали. И оно держит. И расправилось колесо. Я думал, я боялся, что оно все помялось там, и шина на выброс. Но нет, я доехал до шиномонтажа, до круглосуточного, которым мне там какие-то таджики. Вот. Этот шиномонтаж, я скажу, где находится круглосуточный. Или узбеки, я не знаю, кто они там. Ну, короче, Средняя Азия. Они мне сделали, ну, поменяли этот ниппель. Причем ниппель нашли какой-то дорогой, с хромированным крышечкой. Я говорю, давайте ниппель обычный за 20 рублей. Нету, говорят. Не будем ставить. Ну, деваться некуда, надо было мне как-то дальше ехать. И в итоге вся работа мне вышла в 900 рублей. Вот такой ночные тарифы на шиномонтаж. 910 рублей. И... Ну, было бы дешевле, если бы я не попросил еще диск герметиком помазать изнутри. Вообще проколы колеса у меня на этой машине случались уже 3 раза до этого. 2 раза у меня лопалось заднее колесо правое и 1 раз переднее левое зимнее. После переднее левое зимнее, это было зимой, повернул я с основной трассы в поворот, и оно, видимо, там как-то деформировалось и лопнуло. И там уже все, порез такой был, что его не ремонтируют, боковой порез был. Вот. А заднее колесо правое 2 раза лопалось, 1 раз зимнее, тоже по ним просто ехал я по дороге вообще, и оно вдруг раз и превратился в лохмотье. Ну, а что-то наехал, наверное, ну, вообще не заметил. Никаких там шурупов, ничего.
А другой раз колесо было уже такое лысое, летнее, но как бы оно тоже нормально держало, я по всяким там камням ездил, ничего не было. Тут ехал просто по шоссе, по Москве, по Рублевскому шоссе, и оно почему-то лопнуло. Я уже начал подозревать, что у меня, может, кузов кривой, колеса там кривые, криво стоят, и прямо машина не едет, или она там как-то... Ну, прямо машину когда ведешь, а и колеса криво стоят, например, из-за кривизны кузова, и, короче, там это... Что я это, блядь? Не могу говорить без слов паразитов. Вот это... И немножко колесо идет в сторону, блядь, заднее. Из-за этого оно там трется как-то и немножко выгибается, может, как шина, может, поэтому там происходит в конце концов. Оно терпит. Это колесо год, может, терпит, а потом все. Вон новая Шкода Кодиак. Вот это. Шкода Кодиак. Как какой-то Volkswagen. Вот. Volkswagen. Тигуан, что ли, это вот это Шкода Кодиак. Еще хотят выпустить новый Volkswagen, мне нравится, для Америки, такой огроменный, с мотором 2 литра. Но он больше Туарега, такой здоровый, типа, я даже не знаю, размером, наверное, с Ford Expedition. Вот я бы такой Volkswagen бы хотел бы. Он многоместный, большой и экономный. И выглядит солидно, как какой-нибудь Mercedes GL или Suburban, Chevrolet Suburban. Почему он в таком виде? Ну, просто у меня... как это? Когда маленький член, то машину хотят побольше. Когда член гигантский, то ездят на всякой малолитражке. Тёлка поет. Тёлка поет он. Песню подпеваем. У ней BMW-ха пятерка. Вот, собственно, на 8 минут что-то какой-то хуйни наговорил. Ну ладно, всем пока, ставьте лайки. Подписываемся.